Доброго здоровья, друзья! Доброго здоровья, гости, странички «Лохматая душа». Мы искренне рады вас здесь приветствовать и надеемся, вы останетесь с нами надолго. Ребята, расскажу немного то, что происходило сегодня. Вы знаете, мне очень неловко за то, что я иногда срываюсь и кричу, и реву, и... Ребята, ну я прошу понять меня. Я такой же человек, как и вы. И иногда нервы просто перехлёстывают, и тогда на эмоциях выпускаешь ролик, накричавшись. Я прошу вас извинить меня за такую несдержанность. Это не нарочно, ребята. Это действительно от того, что болит сердце. От того, что уже не знаешь, в какой угол засунуть голову или об какую стенку стукнуться. Я не пытаюсь вас шантажировать болью или чем-то еще. Ребят, я совершенно искренне делюсь с вами тем, что переживаю сама. Теми эмоциями, которые клокочут в груди и рвутся просто наружу. Это естественно, ведь вы мои друзья. Я прошу вас не обижаться. Те, кому трудно со мной общаться, ребята, ну просто, пожалуйста, не заходите к нам. Не все могут понять, не все могут поддержать. Многие вообще считают идиоткой. Ребята, ну я пишу искренне и говорю всегда искренне. И если смеюсь, то от души. Если песни пою, то с радостью. И если плачу, ребята, то только тогда, когда больно. Вот смотрите, что происходит сегодня. У нас еще двое малышей поломанных. Им предстоит операция. Это два щеночка. Две девочки. Но о них будет следующий ролик. С продолжением. Я вам просто покажу, что будет дальше. А вот один день из нашей жизни, чтобы люди поняли именно, почему я иногда бываю до такой степени, ну, просто перегруженная. Я имею в виду эмоциями, что ли, правильно, если сказать. Перегруженная эмоциями, да, ребят. И вы знаете, наверное, действительно очень трудно иногда себя контролировать. Сначала мне утром прислали фотографию и сказали, что под плитами копошатся два щенка. И, разумеется, я попросила знакомого туда поехать. А вот когда туда поехали, то в это время, оказывается, проснулись остальные, те, которые спали в глубине под плитами. И выползло еще четверо ребят. И я вас поздравляю. У лохматой души сегодня 6 новых детей. Голоднющих. Потому что не похоже, чтобы там была мама. Рядом лежали разные объедки. Я так понимаю, этих малышей кормили дети. Именно дети. Потому что только ребенок догадается на фантик положить кусочек мяса. В общем, ребята, эту шестерку мы приютили. Вы видели наше стадо. Они у нас сегодня тоже оказались приемными родителями. Мы их выпускаем пастись, а они столпились на краю леса и мэкают, стоят. Когда туда пошли, то из леса растявкались через тот рожчик, который мы с вами благодаря вашей помощи сделали. На них тявкали щенки. В общем, мы забрали 7 малышей из леса. И это тоже наш сегодняшний сюрприз. Но радость на этом не закончилась. В 8 вечера раздался звонок. Позвонила женщина и сказала, что в Дубне уже сутки лежит пес в кустах. Он сбит машиной. И что у него по лапе текет кровь. Собаку сбила машина. Мы вчера подъехали, все, и она вроде не похожа на бродячую, не похожа. Вот, и я в соцсетях разместила, не всех, может, там. Позвонила Лиле и сказала, что у нас еще один сюрприз в Дубне. Она приехала, и мы с ней поехали. Заехали, взяли наших ребят, потому что нас предупредили, что пес большой. И да, женщина, которая нам позвонила, она нас встретила возле этой собаки. Пес оказался удивительным, очень ласковым,
Да, лапа была в крови, пес ее вылизывал целый день. Он ее поджимал высоко, и мы думали, что лапа опухшая, думали, сломана. А все остальное, ребят, перед вами на видео. Фотографии. Мы его назвали Мэддок. Он рыжий, как мед. Что-то среднее между именем, гордым для мужчины, и сладким медком. Мальчишка действительно чудесный, сладкий, замечательный, добрый. Этот ролик, ребята, он небольшой. Это больше, наверное, наши будни. И тем не менее, посмотрите на эти будни и задумайтесь, ну как нам их прокормить? Как проглистовать? Как обработать отблох? Рану Мэддоку мы перевязали. Но в любом случае ему нужна медицинская помощь и осмотр. А это опять деньги. Прививки – деньги. Глистогонка – деньги. Корм для малышей. Вот это всего лишь один наш день. И он перед вами. И судить, ребята, вам. Хорошая я, плохая. Пожалуйста, решать только вам. Дружить с нами или уходить. Откликаться или критиковать, ребят. Все на ваш выбор. Я могу вам только показывать и рассказывать. А иногда, когда, ребята, черная полоса, могу вопить и истерить. По одной простой причине. Друзья, я такой же человек, как и вы. С такими же недостатками, с такими же амбициями. Я обычный человек. И я прошу вас простить меня за мои слабости. Я понимаю, что не имею права на них, но не всегда, ребята, могу справиться. Спасибо за то, что слушаете. Спасибо за то, что понимаете. Спасибо за то, что помогаете. Я не кривлю душой, ребят. Я искренне говорю вам спасибо. Спасибо за наши спасенные жизни. Спасибо за то, что вы рядом. Храни вас Бог, друзья, от всего сердца. Доброго-доброго всем здоровья. Спасибо вам.